Финальная репетиция постановки «Осенний марафон» в Брестском театре кукол проходит в атмосфере какого-то особого трепета. Проверка света и звука, доработка движений и текста. Волнительные премьеры ждут не только зрители, но и вся творческая труппа. Каждый образ актером и режиссером был сделан именно под артиста. И главный герой, и его жена, и сосед. Поэтому это огромное удовольствие. Грузиться в такую работу, во-первых, в такой материал и, безусловно, в работу с таким режиссером. Это счастье, которое я желаю испытать каждому артисту. «Осенний марафон» – первая премьера 59-го творческого сезона для театра. Знаменательна постановка еще и потому, что ее режиссером выступил известный мастер России Руслан Кудашов. Глубокая философская мысль и весьма незаурядное творческое исполнение делают этот спектакль особенно душевным и духовным. Душевным, потому что зритель с первых минут включается в переживания актера, а духовный, потому что созданный образ отражает внутренний мир персонажа, его комичность и в то же время трагичность. Зачем в воде качать пустой флакон и падать? Для чего звезде получится? Не для чего? На всякий случай. Что ты? Как бы я хотела, чтобы у нас был ребеночек. Зачем? Он был бы такой же талантливый, как и ты. Главный герой спектакля Андрей Бузыкин – преподаватель и востребованный переводчик, но в то же время очень нерешительный человек, из которого окружающие в буквальном смысле вьют веревки. Бузыкин разрывается между женой и любовницей, принципами и жалостью, обязанностями и желаниями. Он бежит свой бесконечный марафон, стремясь соответствовать представлениям о нем других людей. Так философски и так жизненно. В этом герое, а точнее его личности, заключено много смыслов, и каждый в нем сможет открыть что-то свое. Очень важно останавливаться, смотреть, собственно говоря, куда вообще мы летим в этом марафоне. Мы все участвуем в этом марафоне бытия и небытия. Да? И для того, чтобы как-то по-человечески относиться друг к другу, стоит задумываться. Но и в этом все равно есть некая атмосфера такая питерская, ленинградско-питерская атмосфера, которую хотелось передать и этому городу, и этому пространству, этому театру. Быть или не быть, выбирать или подстраиваться. С одной стороны эгоизм, с другой – беспомощность. И все эти истории режиссерам и актерами доведены до абсурда, помогая зрителю сделать свои выводы. Что он сказал? Сказал полежать. Что тебе наговорила Варвара? Ничего нового. Что у вас дружная семья. Что вы живете 150 лет душа в душу, и что ты не хочешь ее рассматривать. Постановка «Осенний марафон» станет частью большой театральной афиши сезона, так что у желающих еще будет возможность оценить эту интерпретацию сполна. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания «БукТВ».